Привет, только что я вам показала бульвар драконов. Потрясающее место. Вот я еще на него стою, любуюсь. Потрясающе. Обязательно проходите по ссылке и посмотрите на это уютное, комфортное, благоустроенное место для прогулок и отдыха. А сейчас я продолжаю знакомить вас с микрорайоном Новый город. И пройдемся с вами по улице Музыканта Галкина. Такая здесь детская площадка, развивашки для деток, гусеница, скамейки, горки и даже есть руль. Красивые ухоженные клумбы. Посмотрите, какая красота. Сколько здесь растений, которые можно вот во время прогулки изучать. Уважаемые горожане, будьте внимательны к правилам эксплуатации детской игровой площадки. Такие красивые кованые стойки для информационного табло. А эта игровая площадка называется «Изумрудный город». Эта детская площадка адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь могут играть вместе все ребята вне зависимости от их физической формы. Прокат электросамокатов. Улица Новогородская. Смотрите, сколько скамеек. Потрясающее место для отдыха. А мы с вами продолжаем рассматривать улицу Музыканта Галкина. Обратите внимание, что на всех детских площадках такое вот мягкое покрытие, но внутри, по всей видимости, песок под покрытием. Детская площадка, качели-гнездо для занятия скалолазанием. Здесь также приспособления всевозможные есть. Скамейки. Детская площадка. Такая яркая золотая рыбка. Скамейки под навесом. Смотрите, как отражается оргстекло цветное. Красиво создает узор на тротуарной плитке. Засажены деревья,
кустарники. Так, давайте посмотрим с вами спортивную площадку. Такая вот спортивная площадка с мягким покрытием. Завершает улицу музыканта Галкина детская площадка. Мы с вами прошли улицу музыканта Галкина. Такая вот она интересная, красивая, с высаженными зелеными насаждениями, с интересными игровыми площадками. Поддержать проект «Чебоксары в сердце» вы можете подпиской на канал «Краски праздника». Увидимся с вами совсем скоро. Это проект «Чебоксары в сердце».